С вами канал улицы Москвы. Мы находимся близ Путейской улицы в районе Западное Дегунино. И вот этот домик у нас вроде бы как считается жилым комплексом «Любовь и голуби». Красивое у него название. Что только сейчас не придумают. А Путейская улица проходит вдоль ленинградского направления железной дороги. Это будущая линия МЦД-3, которая соединит Ленинградское с Казанским. И здесь также грузовая станция Ховрина, вон там контейнеры. Станция Ховрина довольно крупная в понимании железнодорожников, и платформа Мосельмаш входит также в ее границы. Посмотрим. Это же «Любовь и голуби»-то или нет? В таком месте довольно-таки окруженным промзонами располагается жилой комплекс семейный под названием «Любовь и голуби». Ну, блин, не перестаю удивляться некоторым названиям. Вот его офис продаж. Вот его офис продаж. Вот еще посмотрим на него с этой стороны. Ну, я думаю, вот этого времени как бы достаточно, чтобы посмотреть на этот дом. Мы будем тут. Соответственно, он состоит из одного лишь здания. Там вон еще пленка висит. Он построен, но еще не сдан, как я понял. Вот-вот, наверное, это должно произойти. Ну а мы пойдем дальше по улице Путейской. Тут ходит 215 маршрут. Такая вот улочка серенькая довольно-таки. Ничего тут сильно интересного на ней нету. Ну вот, кроме этого жилого комплекса. Ну, в принципе, транспортная доступность здесь хорошая. Учитывая, что относительно недалеко находится станция метро Селигерская. Ну и мост Сельмаш, вот мост этой платформы, вскоре будет включен в третий диаметр. И будет также приравнен к станции метрополитена. Обзоры на вот эти платформы, если вы постоянно смотрите наш канал, могли заметить, что вот мы осенью, зимой много времени посвящали обзорам будущих и уже открытых платформ первого и второго диаметра. Я думаю, что ближе к весне мы уже более детально сконцентрируем внимание на третьем диаметре. То есть на платформах ленинградского и казанского направлений. Сейчас пока туда не пойдем, в ту сторону. Мы прогуляемся в следующем выпуске по улице Ивана Сусанина, в которую переходит вот как раз Путейская улица. И посмотрим еще в обратную сторону, как выглядит это здание вот ЖК «Любовь и голуби» с северной стороны. Получается. Вот, двигаемся далее.